Всем привет, мои кровожадные друзья, с вами Спикер и Dead by Daylight. И продолжаем кровожадные убийства. Вместе с охотником найдем парочку жертв и, конечно, будем истреблять. Охота начинается. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. У нас охотник, у нас есть капканы. Ну и что, начнется наша охота. Ух, какое здание. Кстати, карта мне не очень-то симпатична, потому что тут слишком большое пространство. Хорошо, поставим капканчики и начнется наша охота. Куда мы поставить? Вот сюда как раз. Установка идет гораздо быстрее, чем раньше. Так, возьмем капканчик. И проверим все остальные генераторы. Наш охотник выходит на охоту, и какая интересная у нас будет сегодня тактика. Мы, наверное, возьмем жертву, и будет на истекать кровью. Так, здесь спокойно все, идем к другому. Кстати, походу, еще на втором этаже есть генератор. Этот не трогали. Все пока что спокойно, я никого не вижу. И я уже пробежал, кажется, круг. Ах, вижу жертву, я вижу жертву. Вот наша жертва. Оп. Куда Риван? Куда рванул, да, моя хорошая? Иди ко мне. Иди ко мне, папуля. Жалко, нельзя кидать топорики. Но у нас есть капканы, тоже хорошая вещь. Свои плюсы и минусы у каждого есть. Пускай поваляется, поистекает кровью. Хотя можно подвесить, и гораздо быстрее он так помрет, чем мы сейчас и займемся. Вон, если рядом у нас как раз крюк. Пойдем, моя хорошая. Ух, есть шум и гам. Сейчас навешаем тебя. Давай, 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 давай. Кишки. Кричи громче. Ох, какой звук-то. Как это мне нравится. И поставим как раз капканчик прямо перед тобой. Так, где можно поставить? Вот сюда. Главное, чтобы я сам не наступил на него. Пускай повисит и стекает кровью. А мы проверим вот этот генератор. Даже не пыталась его подчинить. Да, проблемка, конечно. Так, один готов. В принципе, неплохо. У меня тоже есть одна жертва и тоже висит, истекает кровью. Тут нас никого нету. Ребята даже не пытаются тебя, походу, спасти. Никого нету. А можно было даже спуститься и в подвал. Прям вот сюда. Здесь, походу, у нас есть нету подвала. Показалось. Ребята твои как-то не очень-то и спешат. Я отойду чуть подальше и проверю генератор некоторые. Или просто отойду в сторонку. Стоим, ждем. Никто не подбегает. Тебя не хотят спасать, что ли? Ох, да, 50% уже истекло. Я вижу жертва. Есть жертва, сейчас будет потеха. Иди ко мне. Иди ко мне. Оп. Не получилось. Я вроде бы нажал, но я не успел. Вернемся к жертве. Куда ты подевался-то? Ах ты, черт! Сам наступил уже. Все нормально. Кажется, прям за углом. Кого-то видел. Мне показалось. Так, есть шум поблизости. Где-то прям в подвале, что ли? Так, ну что, буквально чуток ей осталось. До смерти. И давайте же найдем, кто пытается ее спасти. Я никого не вижу. Никто не пытается тебя, родная, спасти. Ты будешь умирать, походу, долгой и мучительной смертью. Давай же сдохни ты поскорее. Мне нужно бежать дальше уже. Тебя никто не хочет спасать. Я вижу, внизу где-то есть шум. И, видимо, можно уже отходить. Она уже не жилец. Здесь у нас спокойно, тихо. Вон где-то, в подвале, что ли? Я вижу, бегут спасать ее. И я уже бегу за тобой. Ловушка сработала, и я бегу за тобой. Мой кровожадный друг. Ах ты, черт, прям передо мной, что ли, закрыл? Я видел, он убежал вот сюда. Я вижу, он бежит за... Давай, 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 пускай. Я побежал вокруг. Я побежал вокруг. Оп, не тут-то было. Ты ранен, истекаешь с кровью. Тебе больно? Это просто иллюзия. Иллюзия обмана. Куда ж делся ты? Вот он. Он пошел наверх. Я за тобой. Как мне нравится игра, обалдеть. Я за тобой. Он будет, конечно, прыгать отсюда. Я не вижу. Я не вижу, где он здесь. Конечно, он спрыгнул, возможно. Мы спрыгнем тоже. Прыгнем, я вижу, много шума есть. Везде шум, где-то в подвале. Ну-ка, перепрыгнем. 4 генератора осталось и один раненый. Пойдем туда и проверим это дело. Слушайте, он там просто реально издевается. Он где-то в подвале, что ли?
Этот шум происходит где-то в подвале. Вот сюда. Ну-ка, пойдем спустимся. Где-то прям тут что? Ку-ку, есть кто-нибудь? Хо-хо-хо-хо-хо! Вообще подвох, я ее нашел. Я тебя нашел, родная. Сколько крюков здесь? На всех хватит. Все, она будет кричать и страдать. И сюда только один есть вход и выход. А капканов, кстати, у меня нету. Это, конечно, печалька. Где наши капканы? Мне нужно подобрать капканчик и установить. Готово. Осталось 3 генератора и осталось 2 чувака, которые будут страдать, походу, еще сильнее, чем предыдущие. Да, она будет страдать, походу, очень долго. Тут у нас, конечно, никого нет, топорики нам не нужны. Ты страдать будешь намного дольше и мучительнее. Ну, ребята, спускаться будем в подвал? Я думаю, они не будут рисковать и спускаться в подвал. Они думают, я нахожусь именно вот тут. О, есть капкан. Пойдем за капканом. Так, видел шум. Шум был неподалеку, идем туда. Стойте, ее... Нет, не спасли, походу, перепутал я. Я перепутал, идем вон туда. Висит на крючке и просто... Да, тут шум. Я уже тут-то. Оп, попал, как хорошо. Обалдеть, вот для чего нужны капканы. Кстати, жертву нашу спасли. И она убегает из подвала. Ну, чувак, тебе осталось тоже недолго. Где наши крючки? Мне нужны крючки, и сейчас мы тебя подвешим. Вот есть крюк, есть крюк. Наступил все-таки на капканчик, и я сразу его ликвидировал. Потерпи, чуток, чуток, потерпи, я сейчас тебя посажу. Да, я тебя уже сажу на крюк. И поставим здесь капкан прямо рядышком. Истекай кровью. Кстати, у нас 3 девушки и 1 парень. Это единственный паренек, который здесь играет. Как же ты страдаешь. Это не пытались починить, осталось 3 генератора. И дела у вас, ребята, плохие ваши. Потому что вас осталось очень мало. Ваша жизнь на исходе. Может заныкаться даже где-нибудь. Кстати, у меня есть навык, который включает, через 4 секунды включается, и я могу стать практически невидимым. То есть какая-то аура отключается. Так, движения никакого нету. Его не пытается снять. Здесь у нас спокойно, тихо. Шума никакого нету. И пока что просто наблюдаем. Наблюдаем, как истекает кровью. С мучительной смертью. Тут у нас никого нету. Давай же, истекай кровью. Я не вижу твоих собратьев, которые должны, по идее, тебя спасать. Он даже не сопротивляется. Нет, все, ох, ох, чисто. Я и задел. Это чудненько. Куда она делась? Куда ты делась, моя хорошая? Она убежала слишком далеко, походу. Музыка пропала, я слышал шум. Шум снова в подвале, друзья. Сейчас туда вернемся. Красотка ранена, все истекает кровью. И это, конечно, найс. А снова шум в подвале. Какие же неугомонные вы. Капкан есть, это уже хорошо. Чувак сопротивляется, сопротивляйся. Недолго осталось. Какие настойчивые, они просто отсиживаются. Вот как играют игроки. Я когда чиню генераторы, они просто отсиживаются в подвалах. Но это не очень по-спортивному. Шум идет. Я сейчас приду туда, буквально чуток осталось. Но походу красотка не пойдет сюда. Потому что она уже ранена и хромает. Ну давай же, истекай кровью, осталось буквально чуток тебе. Да, он уже, ему уже хана. Бежим отсюда. А он не желез. Идем в подвал, вон, друзья, шума много, гамма много, сейчас будет жертва. 3 генератора, эта ходка интересная была, конечно же, и скоро она завершится. Интересно, как? Мы, конечно, сейчас это узнаем. Слушай, реально шумит и шумит. Вот наша ходка где. Наша красотка. Пускай истекает кровью, и именно тут она будет и валяться. Ну-ка, ку-ку. Ну, никого у нас нету. А что интересно она делала? Она пыталась, видимо, крючки сломать? Я даже не знаю. Ах, как она истекает кровью. Возможно, прибегут. О, даже ящики открыли. А там у нас лежит фонарик. Это здорово. Мы, наверное, подождем, пускай истекает кровь. Подождем четвертого. Он, по идее, должен подбежать сюда и ее должен спасти. Ну, если, конечно, он дружелюбный будет. Если нет, это, конечно, худо. А вот капканчика у меня жалко нету. Ну хорошо, мы, наверное, все-таки пойдем и посмотрим другие генераторы. Если что, конечно, вернемся. Мне нужно, по идее, взять капканчик и, конечно же, установить его в хорошее место. Снова шум. А что за шум? Я не понимаю. Что за шум там, если она, по идее, просто валяется на земле?
Так, ну я вижу, один отключился, и последняя осталась. Красотка, ты осталась последняя, и придется тебя все-таки уничтожить. На крючке. Чем мы теперь и занимаемся? Ох, да, страдай мучительной боли. Как она кричит-то? Да. Сущность забрала ее в небеса, и, друзья, победа за нами. Ну что, какая интересная охотка. Взяли всех троих. Четвертый испугался, видимо, моего взгляда. И увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока, мои бесстрашные друзья.